Halo sobat pacar Rusia Indonesia. Di video kali ini kita akan mengunjungi perayaan Hari Profesi Para Linguis atau Ahli Bahasa yang diadakan di kampus RUDN Moskow. Nah, kita akan tanya-tanya mahasiswa apa mereka pikirkan tentang Indonesia dan bahasa Indonesia. Oke, kita coba ya. Скажите, пожалуйста, какие у вас ассоциации об Индонезии? Очень много растительности, это острова и море. Скажите, а вот язык там какой, на ваше мнение, сложный, простой, на что-то похожий, может быть? Я не могу на этот вопрос. Я после лингвиста, я знаю разницу в языках, я не знаю индонезийский, вообще не знаю, что он похож. Да, я тоже с ним не сталкивался, но я не думаю, что учить его так уж и сложно. На самом деле, у каждого языка есть свои какие-то алгоритмы изучения, так что я думаю, там можно выучить при желании. Скажите, у вас какие представления вообще об Индонезии? Индонезии? Где там, может, или что-то знакомо в Индонезии? Это тропическая островная страна, находящаяся между Австралией и Индией. Если не ошибаюсь, там остров Бали. Да, Бали, да. У меня брат там был. Точно. У нас множество вулканов. Правильно. Два множество народов. Что-то экзотическое. Да, а какой там язык примерно, по-вашему? Другие азиатские языки весьма сложные для изучения. Это один из самых древних языков. А если была такая возможность, вы бы хотели изучать индонезийский язык? Сейчас мы, думаю, про ребят тоже скажу, что изучают два языка. Если в дальнейшем, да, допустим, чем в более преклонном, скажем так, возрасте, чисто для какого-то своего развития, то, ну, вероятно. У вас есть какие-нибудь ассоциации об Индонезии? Индонезия – это Восток. Деньги. И я бы, наверное, сказал власть. Есть какие-то? Индонезия, да. Прекрасная, в принципе, экология. И, наверное, деньги. Какой там примерный язык, по вашему мнению? На что похож или что? Да, на что похож. Наверное, какой-нибудь полуамериканский, полу, не знаю, полуазиатский, что-то между этими двумя. То, что ближе к малайзии, скорее всего, малайзии. С перемешкой, наверное, с диалектом, может быть, с филиппинским. А вы бы согласились изучать индонезийский язык, если бы появилась такая возможность? Ну да, это интересная страна, я думаю. С учетом того, что у нас мало кто вообще об этой стране знает, то это очень интересно. А давайте скажем, сая, я, мау, хочу, бладжар, изучать. Сая, мау, хочу, бладжар. Сая, мау, бладжар, бахаса, Индонезия. Сая, мау, сая, мау, бладжар, сая, мау, бладжар, бахаса, Индонезия. Бахаса, Индонезия.